Всем привет! Вы на канале Рецепт от Николаевны. Сегодня я буду готовить из бурых помидоров салат, который будет храниться в холодильнике. Этот салат очень вкусный. Готовить я буду на 1 килограмм. Вот я порезала уже не так сильно тонко. Брала килограмм вот таких вот бурых помидоров. Значит, для этого салата нам понадобится одна морковь, головка чеснока, один перчик. Хотите, порежьте, хотите, через мясорубку пропустите. 40 миллилитров растительного масла, одна луковица и немножко зеленого лука. И также небольшое количество укропа и петрушки. Так как я уже порезала, нам остается только все соединить. Соль. По вкусу. Немножко посолили, помешали, попробовали, а потом уже, если надо будет, значит, будете добавлять. Высыпаем морковь, перчик, чесночок, лучок, всю эту зелень, все хорошенечко сейчас помешаем. Добавим 9% уксуса, 1 столовая ложка, и ложку сахара. Оставим при комнатной температуре на 2 часа, а потом уже уберем в холодильник. Но поверьте, этот салат долго в холодильнике не задерживается. Итак, перемешали салат, помидорчики пустили свой сок уже, вот видите, можно добавить сюда черный душистый молотый перчик, также можно красный добавить, проверить на соль и потом уже раскладывать по баночкам. Пусть постоит у вас при комнатной температуре и потом убираете в холодное место, либо это холодильник. Всем приятного просмотра, приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте много нового. Всем пока!